я, наверное, поговорю о том, что сейчас у меня болит. Мы не должны поддаваться стрессу. Это зависит от главного гормона стрессоустойчивости. Генетика и еще раз генетика. Они определяют нашу половую конституцию. Без дополнительного, да, введения, восполнения гормона бесстрашия им со стрессами не справятся. Они вам помогут. Алло, да, Леонид Олегович. Да, Леонид Олегович, да. Добрый день. Ну что, вы не успеваете к нам на съемки? Слушайте, мы не будем подводить наших тогда вот слушателей. Я тогда сегодня одна, с вашего позволения. Давайте, какую бы тему вы хотели бы обсудить? Можно я включу громкую связь, мы хотя бы вместе начнем. Так. Я включаю громкую связь. Какая тема вас интересует, Леонид Олегович? Вообще, меня сейчас очень сильно заинтересовала тема заболеваний пародонта на фоне основных дефицитов, как проявление инсулинорезистентности. Об этом мало кто думает. Все знают, что его вылечить сложно. А на самом деле, эта тема интересная. Леонид Олегович, если эта тема заинтересовала вас, мы с вами ее вместе и обсудим в следующий раз. Сегодня мы улетаем в Киров, где мы проведем как раз-таки конференцию на эту тему. А давайте я тогда сегодня одна без вас поговорю, почему мы так по-разному реагируем на стресс. Ну, хорошая идея. Вот. Очень неплохая. Почему мы по-разному реагируем на стресс? А если бы мы с вами были вдвоем, я бы с вами, конечно, бы обсудила бы Нобелевскую премию, которую получил шведский ученый на днях за уникальные вот генетические исследования. Там, по-моему, что-то связано с неандертальцами, да? То есть это антропологические исследования. Очень интересно. Он, во-первых, изобрел метод, как определять ДНК в костях, которым более чем несколько, там, я не знаю, тысяч лет. Он и метод технологический там изобрел, как определять ДНК, вот, митохондриальную, кстати, в том числе. Ну и потом это очень интересно интерпретировал. Так что смотрите, у нас с вами уже два интересных анонса. Когда мы будем вместе через неделю, мы поговорим о пародонте. Поговорим о Нобелевской премии. Потом поговорим о Нобелевской премии. Кстати, опять связь, пародонт – это же кость. Вот, и Нобелевская премия тоже посвящена была, как вот это ДНК определял он, вообще удивительно. Но сегодня я поговорю, почему мы по-разному реагируем на стресс. Все, давайте, Леонид Олегович, до встречи в аэропорту. Ну, поскольку я сегодня без Леонида Олеговича, как вы уже слышали, да, я, наверное, поговорю о том, что сейчас у меня болит. Ну, я думаю, что болит сейчас у всех, конечно же, все, что происходит в мире. Мы с вами все понимаем, что наш мир очень-очень хрупкий, и каждый из нас в ответственности за то, что происходит в мире. Наши реакции на все, что происходит в мире, должны быть прогнозируемы. Вот все, что мы делаем, мы не должны делать спонтанно, мы должны все делать осознанно, и мы не должны поддаваться стрессу. И вот в окружении каждого из нас есть люди, которые спокойно реагируют на стресс. Есть люди, которые очень неспокойно реагируют на стресс. Стресс их разрушает. И есть люди, которые неспокойно, но продуктивно реагируют на стресс. То есть три реакции. Кого-то стресс разрушает, кого-то стресс не берет, им все равно, а кого-то стресс делает сильнее, продуктивнее. И эти люди, они любят стрессы, потому что стресс им дает колоссальный опыт, они познают себя, как правильно реагировать, и они куда-то дальше двигаются. Вот почему у нас такая разная реакция? От чего это зависит? Да, конечно же, это зависит от главного гормона стрессоустойчивости, это зависит от тестостерона. Но норма тестостерона и у девочек, и у мальчиков, и у
девушек и у юношей, и у мужчин, и у женщин, у здоровых, она абсолютно одинаковая. То есть если мы возьмем людей с тремя разными реакциями на стресс, не реагирую, реагирую разрушительным образом для себя, реагирую продуктивно, созидательно, уровень тестостерона у всех окажется одинаковый. И почему же при одинаковом уровне тестостерона вот такая разная реакция? Потому что это генетика, генетика и еще раз генетика. И вот не случайно и Нобелевская премия в этом году была дана опять за генетические исследования. 21 век, век генетики. Нельзя ей не пользоваться. Любая терапия и интерпретация любых отклонений от нормы без генетики, увы, сегодня, ну, будет 50 на 50. И вот разная реакция на стресс. Почему? Потому что разная чувствительность рецепторов к тому самому тестостерону, главному гормону стрессоустойчивости. Рецепторы к тестостерону, они определяют не только нашу реакцию на стресс, они определяют нашу половую конституцию. Половая конституция может быть нормальная, половая конституция может быть слабая, и половая конституция может быть сильная. И это опять все зависит не столько от уровня тестостерона, сколько от чувствительности рецепторов. То есть наши сексуальные амбиции и наша стрессоустойчивость, они очень сильно связаны. Чем? Опять теми самыми рецепторами к тестостерону. Андрогеновый рецептор. Посмотреть его сегодня несложно, посмотреть его нужно. На портале Дельфийского храма написано «Познай себя». Вот что такое «познай себя»? Это познать свои рецепторы, в первую очередь, к тестостерону, познать свою правильную реакцию на стресс. Как в домашних условиях можно определить половую конституцию равно чувствительность андрогенового рецептора? Нужно рассчитать транхантерный индекс. Что для этого нужно? Нужно измерить рост тела и поделить его на длину ноги от пятки до вот этой косточки, которая называется большой вертел. И сравнить полученные результаты с нормативными показателями. И сравнивая, вы получите, чем короче ноги, тем сильнее половая конституция. Люди с сильной половой конституцией реагируют на стресс продуктивной гиперреакцией. Они либо еще сильнее бьют, в соответствии с ЭГИ, либо еще быстрее бегут. И они оказываются в состоянии стресса всегда победителями. Люди с нормальной половой конституцией, с нормальной чувствительностью, они могут там на время замереть, у них не будет никакой паники, у них не будет гиперпродуктивной реакции на стресс, и они стресс спокойно переживут. А вот люди со слабой половой конституцией, они не умеют справляться со стрессами. Стрессы у них ведут к паническим атакам, к нарушению сна, к повышению давления, к тахикардии, к депрессии. И, конечно же, такие пациенты, они нуждаются в дополнительной поддержке. Они нуждаются в заместительной гормональной терапии препаратами тестостерона. У них очень сильно на стресс повышается гормон стресса пролактин, который ведет к снижению тестостерона. Поэтому без дополнительного, да, введения, восполнения гормона бесстрашия тестостерона им со стрессами не справиться. Поэтому что я всем рекомендую? Познать себя, если есть возможность сдать
генетический тест, посмотреть чувствительность андрогенного рецептора, которая измеряется в так называемых ЦАК-повторах. Чем больше ЦАК-повторов, тем рецептор менее чувствительный. Если нету возможности, ну какой материальный, провести генетическое исследование, измерьте в домашних условиях свой трахантерный индекс. Если у вас слабая половая конституция, вы реагируете на стресс паническими атаками, нарушением сна, тахикардией, ухудшением памяти, повышением аппетита, либо наоборот снижением аппетита. У всех разная реакция на стресс. Конечно же, не оставайтесь со своим низким тестостероном наедине с собой. Приходите к нам, приходите не к нам, найдите Д-доктора в своем городе, сегодня их много, и они вам помогут. Кстати, по пропорциям тела, по тому самому трахантерному индексу, можно заподозрить врожденные формы гипогонадизма. У мальчиков самой частой причиной врожденного гипогонадизма является синдром Клинфельтера. 1 на 500 новорожденных мальчиков. Вот у таких пациентов трахантерный индекс будет очень-очень низкий. И у них будут так называемые евнухоидные пропорции тела, высокая талия. Вот если нас слушают мамы мальчиков, замерьте вот трахантерный индекс своим мальчикам, и если вы увидите, что он очень низкий, это серьезный повод для беспокойства. Нужно исключить синдром Клинфельтера. Для этого нужно сдать кариотип. У мальчиков с синдромом Клинфельтера дополнительная X-хромосома. У них кариотип не 46XY, как у здоровых мальчиков, а 47XXY. Такие пациенты нуждаются в заместительной терапии препаратами тестостерона, начиная с 14 лет. И тогда они проживут свою жизнь здоровыми, с правильной реакцией на стресс. Ну и сегодня мы научились первое в мире получать генетическое потомство от таких пациентов. Но очень важно, чтобы они пришли к нам вовремя. Спасибо всем большое.